Всем доброе утро, кто присоединился к эфиру и кто будет его смотреть позже. Вот такая вот погода в Скадовске. Снег, минус, а значит замерзло море. И вот так это классно выглядит. Я надеюсь, что хоть что-то можно разобрать в трансляции. Но это на самом деле очень красиво. Море замерзло. Метров 100, наверное, от берега точно. Я стою сейчас на расстоянии метров 20-30 от берега. И лед достаточно прочный, чтобы выдержать меня. Поэтому можно смело брать коньки у тех, у кого они есть, и идти кататься. Да, это, конечно, для тех, кто сейчас не находится на работе. Те, кто сейчас находится на работе. Вот эта трансляция и посвящена. Посмотрите, как у нас красиво в Скадовске. Свой обеденный перерыв не забудьте выйти и подышать свежим воздухом. Насладиться нашими красотами скадовскими. Тем, кто не знал, что в Скадовске замерзает море, вот, пожалуйста, посмотрите. Это очень круто выглядит. Я, конечно, дальше не пойду, потому что я думаю, что лед не настолько толстый. Но, в принципе, он не хрустит. Когда идешь, он нормально тебя держит, выдерживает вес. Прекрасное утро, отличная погода. Люди прогуливаются вдоль набережной. Ну и, конечно же, собачки вон там вдалеке. Наши скадовские собачки в большом количестве. И вон одна стайка, и вторая стайка. Они там между собой общаются. В общем, погода прекрасная. И прекрасен, как всегда, Скадовск. Со своим заливом. Ну да, если классное видео, пожалуйста. Я просто не знаю, как там эта прямая трансляция и насколько хорошее качество. Хотелось бы, конечно, чтобы оно было неплохим. Но, как показывает практика, у МТС или у Водафона как-то не очень. Вот, собственно, зимний Скадовск. Тихо, спокойно, лучше, чем летом. Жалко, нету шезлонгов и пару Аполлонок. Кстати, да, вот чуть-чуть дальше там, за вот той синей крышей, находится очень классная сауна. Она работает. И в этом году там получше, чем в предыдущие. Как-то чище, как-то... Это не реклама, но так вот впечатление общее. Мне очень понравилось. Особенно возможность выбежать и нырнуть прямо в воду. А сейчас это, наверное, будет сделать в раз пять приятнее, так как ты по льду будешь бежать сразу до проруби, а не по мелкой воде. Для того, чтобы нырнуть. Там вдалеке, может, чуть-чуть видно, обломки льда плавают. Такие скадовские айсберги. Очень красиво. Приезжайте в Скадовск зимой. Это полезно для здоровья. Ну и, конечно же, для вашего состояния. Ровненько, спокойненько. Все как в Скадовске. На набережной играет наша прекрасная радио скадовская.
тоже задает настроение. Причем неплохая музыка. В основном это украинская. UA Radio, по-моему. Окей, всем хорошего рабочего дня. Продуктивной недели. Пока.